Эфириум Классик. Что это за эфириум такой и чем он отличается от классического эфириума? Простите за каламбур. С вами Дмитрий Карпиловский, и давайте будем разбираться. Дело в том, что в какой-то момент комьюнити эфириума стало на грани раскола. И причиной тому был проект ZDAO. Это огромный инвестиционный проект, по сути, инвестиционный фонд, анонсированный комьюнити эфириума, которым хотела воспользоваться львиная доля всех пользователей этой криптовалюты. Проблема в том, что одно из правил этого инвестиционного фонда дало лазейку злоумышленнику и позволило заблокировать и вывести огромное количество капитала. Но правила фонда также были таковы, что дали возможность откатить эту транзакцию. И вот сообщество стало, по сути, разделилось на две группы. Одна группа сказала: в угоду сохранению средств, в угоду пользователям, ради того, чтобы пользователи не понесли ущерба, мы отменим эти транзакции, что само собой является грубым нарушением всей философии блокчейна, всей философии криптовалюты. А другая половина сказала: нет, ни в коем случае. Сама философия и подход криптовалют, где транзакции являются необратимыми, безоткатными, где единожды произошедшее уже не должно произойти вновь, сказала, соответственно, свое веское слово. Таким образом, мы получили две разных группы внутри одного комьюнити с совершенно разными взглядами на базовые принципы, на базовые правила валюты. И нет другого способа разрешить такой конфликт в криптовалюте, кроме как форк, то есть разделить монету на две. Одна группа, которая считала, что правильно развивать валюту таким образом, чтобы сохранить деньги инвесторов, оставила за собой название Ethereum и, соответственно, движется дальше. Этой группой руководит Виталик Бутерин, и этот проект развивается, именно о нем мы слышим, о его рекордных темпах роста и так далее, и так далее. А группа, которая возжелала оставить во главе угла философию блокчейна и философию криптовалют, взяла название Ethereum Classic. Эта монета получила тикер ETC вместо ETH и дальше котировалась на биржах. По большому счету, главное различие именно в философии. Но из-за того, что разделилась и команда, и технологические лидеры, и огромное количество людей из комьюнити осталось приверженцами лишь одного из двух проектов, получается, что Ethereum Classic сильно затормозился в развитии. Если Ethereum, который мы приняли сегодня считать оригинальным, обычный, стандартный, если хотите, Ethereum развивается в очень коммерческом русле, благодаря Ethereum Альянсу, благодаря поддержке сотен крупнейших корпораций, Ethereum Classic развивается скорее по модели open source проекта. То есть скорее за счет контрибьюторов, за счет неравнодушных, и технологически пока сильно отстает. Сейчас в нем намечены некоторые изменения, в том числе смарт-контракты и многие другие вещи, помогут ему догнать Ethereum. Суждено ли этому случиться или нет, нам еще только предстоит узнать. Пока же это монета, которая намного менее волатильна, это монета, которая намного ниже ценится, и это монета, у которой все еще есть хорошие перспективы роста. Но, к сожалению, коммерческое использование этой монеты всегда будет затруднено самой философией этого комьюнити, а потому я бы не ожидал от нее какого-то взлета прямо до небес. Таким образом, это хорошая инвестиционная возможность, это хорошая интересная монета на долгосрок. В краткосрочной перспективе ее движение скорее плохо предсказуемо и в целом следует за движением эфириума. Если вам понравилось это видео, не стесняйтесь, лайкайте, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход нового полезного контента. А если вы уже подписаны и хотите всегда оставаться в курсе, получать уведомления, жмите на колокольчик. С вами был Дмитрий Карпиловский, проект CryptoNet.